О, понеслась. Так. Так, бомба, бомба. Так. Раз, два. Три, четыре. Здесь все есть. Так, есть, есть бомба. Этот угол разобрали. Во-во-во, понеслась-то как. Так, бомбецкий. Ух, четверочка на. Так, отсюда зайдем. Ух, плохо. Два, два, один. Такое маленькое окошко. А, хотя можно развернуть, конечно, на весь экран, но зачем? Зачем нам это делать? Так, вот здесь что-то я не заметил. Двойка мина. О! Аж целый рукав какой-то тут от пятерка. Ну я вообще раскопал. Кладезь. Бомбец, бомбец, бомбец. Два, три, два, бомба. Три, два, два, три, два, три. Нормально, идем. Так, единичка. Четверка, господи, сколько у вас тут? Четыре. Пятера. Опять пятерка. Так, вот тут нас притормозило. Давайте посмотрим. Этой двойки здесь либо здесь. А значит, у этой тройки вот здесь в любом случае мина. Значит, здесь их нету. Все, разрешился конфликт. Блин. Опять немного затупило. Тройки. Тройки опять мимо тут все. Два, четыре. 4. Блин, сколько мин? Блин, везде угодно может быть. Что еще у нас есть? Двойка, у которой вообще нет мин. Четверки. Здесь могут быть две мины. Так. Так, смотрим. У этой двойки либо вот так мины стоят, да? Либо вот так. Блин, все возможно. А, косяк, что делать-то? Объясните, как он не подорвался. Складывать умею числа. Так, четверка. Четверка с двумя минами, значит. Так, у тройки мина либо здесь, значит, здесь 100% мина будет у четверки. Но это мне ничего не дало. Косяки какие-то. Что, наугад, что ли, долбить? Ненавижу наугад долбить. Как он это делает? Как он это делает? Цифры показывают, сколько рядом мин. Все правильно. Так, у четверки две мины должно быть. Что-то я туплю. Либо так. Вот если бы у этой двойки была уже одна мина, было бы все легко. А так какая-то лабуда. Попробовать где-нибудь здесь открыть. Но я могу сейчас в мину ткнуть легко. Один. Снова один. О! Хы-хы-хы. Везучий сапер какой-то попался. Витя его зовут. Так. Опять начинаются тройки какие-то сумасшедшие. Переключаемся.
Во-во-во, понеслась. Так. Мина, 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 мина на мине. Мины погоняет. Два. Не хватает музыки, блин, на YouTube забанят. Хотя, наверное, вряд ли будут на YouTube выкладывать. Можно, наверное, и музыку запустить. Где же ты тут? Так, у этой двойки здесь, либо здесь, четверки то же самое. Так, вот у этой двойки. Так, значит, здесь мины нет. Блин. Опять геморрой. Так, если мина здесь, тогда мина здесь. И это нормально, удовлетворяет всему. Вот, тройка. Во. Раскопал я ее. У-ху-ху, понеслась. Так, минка. Так, во, и там разгадалось все отлично. Отлично. Не, если хотите, сейчас я закончу этот раунд. Я могу прям так объяснить, как я так делаю. Как я вообще в эту игру играю. Что это вообще? Можно ли это назвать игрой? Некоторые сомневаются. Тройка. Ненавижу, когда огромное количество мин в углу. Так, мина здесь, либо здесь. Значит, здесь точно мина, но мне это ничего не дает ровным счетом. Так, дальше. Так. Четверка, три мины. Пыл-пыл-пыл. Нормально. Решается пока. Вся проблема будет дальше, когда я вот к тому углу подойду. Там, по ходу дела, наугад надо будет жмакать. Жесть, какое столпотворение мин, а? 6 мин осталось. Одна либо здесь, либо здесь. Одна либо здесь, либо здесь. И одна либо здесь, либо здесь. Остается раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 клеток, и там 3 мины. 50 на 50, грубо говоря. Грубо говоря, 50 на 50. И решить этот вопрос только угадыванием можно. Хотя, что-то я туплю. Какое нафиг угадывание? Тут же все есть. Блин, опять сел. Ах ты ж, мамочки. Так, ну вот здесь шанс 66%, что я не взорвусь. Так, всего осталось 5 мин. Одна здесь, еще 3 здесь. Блин, вот какую из клеток из 3 открыть? Давайте, чат, голосуем. Давайте голосуем. Первую, вторую или третью ячейку открываем. Вот это первая, вторая, третья. Сейчас я включу голосование. Сейчас, подождите, подождите. Не голосуйте. Погодите, погодите, сейчас. Все, вот теперь надо голосовать. У вас есть буквально несколько секунд. Вот он, голосовалка.
Один, два или три просто в чат, без точек, без всего. Так, ну большинство за вторую ячейку, вот за вот эту вот среднюю. Так, если здесь мина. Ой, здесь не мина. Блин, ну тут как угодно может все расположиться. Так, ну если что, я теперь свалю на вас. Договорились, да? Вторая ячейка побеждает, я ее жму. Так. Хорошо. Но мне это не помогло. А мне это не помогло. Все-таки чаточку не мешало, немного вот так изменю. Так, что теперь делать? Почаще, говорит, сапера. Погодите, мозги варят в этой тройке, либо здесь, либо здесь. Пятерки, либо здесь, либо здесь. Соответственно, если у пятерки здесь, у тройки здесь, то у четверки больше мин не нужно. Это все открывается. А, так, и здесь где-то будет на этих клетках две мины. Вот, а если мина здесь, четверки где-то еще мина. Но это, блин, наугад, опять-таки 50 на 50. Ну, что угодно может быть. Так, рядом с единичкой мина сверху. Почему для тебя это очевидно? Мина может быть и здесь. Мина может быть здесь, но мина может быть здесь. Ничего не значит, что мина рядом с единичкой сверху. Теперь твоя очередь тыкать. Так, ну тыкать надо вокруг четверки, ну вот здесь 50 на 50, здесь 50 на 50. Здесь, по сути, тоже 50 на 50, потому что если мина здесь. Хотя нет, здесь получается 25% шанс, что я взорвусь. Жесть. Блин. Так. Тройка. Что нам дает тройка? Давайте подумаем. Вокруг нее одна мина только. Получается, если мина тут, то где-то мина еще одна здесь есть, и здесь тогда 100% мина. А если мина здесь и здесь, то здесь тоже 100% мина. Здесь 100% мина. Хорошо. Но мне это опять-таки ничего толком-то не дало. Я знаю, что 4, 2 мины вот здесь, одна мина здесь и, соответственно, одна мина в одной из этих клеток. Теперь у меня 100% 50 на 50. Ниже третьего флага мина. О чем это ты? Стоп. Что ты имеешь в виду? Что значит ниже третьего флага? Раз, два, три. Вот здесь мина. Почему ты это так получил? Ну, смотрите, я вам рассказываю весь расклад. Начнем вот с тройки, да? Мина может быть либо здесь, либо здесь. Если мина здесь, тогда, соответственно, здесь мины нету. Значит, мина здесь от пятерки, да? Соответственно, здесь тогда мина нету.
И здесь мне это ничего не дает. Я, то есть, разделил, то есть, придется два раза гадать в любом случае. Вот. Если мина здесь, тогда здесь мина нету, здесь мина нету. И здесь тоже мина нету. Стоп. Получается, мина либо здесь. А, все, либо так мина, либо так. Так, ну если мина либо так. Ничему не противоречит. Да нет, не противоречит. Бомба. Ну все, я жму на эту клетку и все. Под тройкой мина. Но если под тройкой мина, значит здесь нет. Так, ладно. Осталось две мины, ребят. И еще раз 50 на 50. В принципе, если я тыкну в какую-то из этих клеток, это может мне ничего не дать. Поэтому по-хорошему надо тыкать в одну из этих. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, давайте ткнем. Вот кто-то говорил, что вот это вот мина верхняя. Значит, это должна быть не мина, и это... Жесть, я опять 50 на 50, да это ушлёпство какое-то. Третий раз, неужели мне опять повезет? Господи, да это невозможно. Сохранись. Да как так? Срака какая. Извиняюсь за мой английский. Так, ну пусть будет вот это не мина, я уже устал тут гадать. Нет! Да что за фейл? За что? Ну это вы видели, сколько я рандомов угадал? На последнем падло взорвался вообще. GG, да. Какой эпик, это лучшая, говорит, игра. А, жесть. Я тоже захотел поиграть, саперы пишут. Это божественно. Еще пишут, давай еще. Неужели вам так интересно, как я играю в сапера? Давай еще раз.